Да-да. Ну все звучит пиздец, предельно просто. Так, Но я чего пиздец жду здесь 17-й снова? недели. А чё там на 17-й? А, Даллас? Пиздец. Там мага, там мага. Почему мага? У меня на 17-й неделе мага. А, LA да. Riders. Да-да-да. ЛВ Raiders. ЛВ, а я их ЛА называю, потому что я Что? ебал урод помнить название всех команд. Так, ну давай, я жму тогда на твой Готов? сезон гейм, да? Да, Жмем. я тоже нажал. Все, полетели. Ёбка Хорошие начинается. игры. Ага, Взаимно, connection lost, взаимно. блять. В Хуёв смысле? блажек от меня. Напиши, да. Чикс? Ага, не могу отменить поиск. Unable to connect. Охуенно. Ладно, еще раз схожу. Обидная хуйня. Я не могу зайти во франшизу. Уплажняк. А, вот, зашел. У меня вообще бродкаст идет? Вроде идет. Я не могу отменить поиск. У меня просто searching opponents идет. И не хочет сразу инвайт кидать. Обычно он сразу кидает. Так, ну-ка, play season game опять нажимаю. Как А теперь вообще просто. скинуть этот А, ссылку? приглашение отправлено. Сейчас я выйду. Yes. Ну, телефон только. Да Все, почему-то нажимаю Play этот Season Game. Twitch бот не работает почему-то. Ну, потому что он обновляется, он типа просто ребутается там каждые там 5-10 минут условно. А, ну все, тогда понятно. Типа он как обновится, тогда и сделается. Так, какая у тебя форма? Я просто подозреваю, что дело все в моей форме. Я просто беру какие-то несчастливые формы. Ты в такой будешь? Я буду вот в форме зэков. Это которая красная, правильно? Да. Тогда я вот это в чемпионская золотистая, есть же. Адванс. Попробую. Талос опять. Все, готов. Да, ладно, да, вот так вот. Хорошей игры. Взаимно. Good luck, good luck. Бля, так заебался сегодня на работе, пиздец. А чё? Ну, зато... Да, медиа-турнир делаем со звездами. Медиа-турнир со звездами, это что такое? Ой, Да, блядь, да. дождь, ой, пизда. Это очко. Ну, короче, будет 21 мая 3 на 3 турнир Ага. реальный на лайнере. На И вот лайнере? мы... Да. 4 часа он будет. На Четыре лайнере. часа в плавании, да, во время, ну, типа, проезда по реке Москва будет турнир проходить. И мы тоже в эту движуху вписались. И у нас будет свой медиа-турнир там. Это почему турнир будет? Ну, основной чисто 3 на 3 баскетбол, а у нас по интерактивному баскету. А. Ух, ебать! Ух, ебать! Ух, ебать! Да что происходит? Блять, нахуй я падаю, как дурак. Вот, там всякие сысуи, всякие диджеи известные. Жалко, что не получилось этого Big Russian Boss подтянуть, потому что у них своя движуха там будет. А, да, у них еще свой турнир 3 на 3. Ой, 5 на 5 точнее. Ну Блять. нахуй! Не то, что я хотел. Совсем не то. Франклин на месте. Я тут прям чувствую, Блять, что я не то можно нажал. было Ну падать. ёп. Все, мне пизда. Да не, мне кажется, я защиту такую уебищно выбрал. Ой, бля. Это бред. Пошла смена. Вынос. Это бред. Не вынос! Это КГ!
это пизда. Блять, нахуй. Ну почему ты не прыгнул? Бля, как знал нахуй, что хуйня будет какая-то, и она же и случилась. Похуй. Знал, знал. Как чувствовал, есть же. Я уже чувствую, что я читаю твою игру, и сейчас я опять секс делаю. Ага. Или как это называется. Ну ты точно к такому не готов. Я в терминологии так себя. Так, сек это на кутербеке. Ой, блядь. Ну это что такое? Ух, ебать, побежали. Че за... Ну все, блядь. Так, я понял, куда надо. Вот сюда. Давай! Бля. Блядь, еще один дефенс. Красавчик. One more. Какую бы схему ёбнутую выбрать? Это выглядит как ёбнутая, честно говоря. Ой, это что такое? Да, я из тебя знал, как это называется. Ну... Ладно. Да, не успел. GG. Я вот не понимаю, как вот эти power spike сверху меняются. Чего они меняются? Вообще ни к чему. Ну вот это видишь полоски сверху. А, ну это меняются. Зависит от этот от удачных действий на поле. Не, просто прикол в том, что я с кем-то играл одну игру, у нас были одни эти штуки сверху, иконки. У нас был перезаход, иконки поменялись совершенно на рандомные какие-то. А, иконки сами? А, ну вот это, мне кажется, ну, рандом. Что там получаешь ты? Да. Так. Ну, маршрутик интересный, прям. Помолимся. Ага. Звучит как хуйня, но я не куплюсь. Да беги! Пизда. Вот это точно будет интересно. Ух, ебать, он охуенно пройдет. Ой, пройдет. Пизда, что так долго мяч летел? Мне кажется, пресс откатился. Из-за дождя. Мне тоже так кажется. Опять хуёвая погода. Да, опять? Если опять будет какая-то хуйня с ветром и с моим выбивом, я просто сгорю. Я просто нахуй геймпад разобью. Но ветер, кстати, такой. Сильный. О-о-о. Ага, алак. Это нам все, что я хотел, все, что я смотрел, все позакрывал. Ага, он походу по тому же сценарию упадет. Ну, а вот раз дальше. Давай. Это фамбл один, и все, я возвращаюсь в игру. Но фамбл, аккуратнейшим. Да, это такая хуйня. Опыт. Так, а я вспомнил настроечку одну. Ай, бля. Вот это надо. Точно настройки. Надо будет сделать. Так, вроде. Ага, какая-то рандомная хуйня выбралась, потому что не мог поменять. И камера поменялась. Ой, бля, что это произошло? Это не то, что я хотел. Это хорошо. Да пизда. Это, блядь, хуйня какая-то, я не знаю. Просто пробегает все. Проебали игру. На садике, ну не в этот раз. Еще не проебал.
Еще не проебал. Начинает за Но у меня здравие, своя стратегия. Это мое любимое. Ты идешь это к первому пику я... просто, я понимаю. Так я у меня так нет делаю пика. Всегда. У меня же нет его, я же его за преска-то отдал. А, поэтому... да ладно. Да. Поэтому не имеет смысла никакого. Ну тогда да, надо ебашить. Сейчас, сейчас. Сейчас все будет, совсем скоро. Просто чуть потерпеть надо. Я так это называю. Тогда все пойдет. Ну, плюс руки холодные, надо раскидаться. Как раз ты сейчас булки расслабишь. И все пойдет. Я, да, я так, блядь. Чё, чё это? Что я играю? Блять, затеклить его. Блять, я не успел ничего сделать. Ой, бля. Не то, что я надо было выбрать. Блять. Беги, беги! Хорош, хорош. Блять, тайм-аут. Какой нахрен тайм... Блять. Хорошо, хорошо. Гигант уже сыпется изнутри. Как говорится, рыба гниет с головы. Это да. Ой, не-не-не-не-не. Надо менять. Да пизда нахуй, почему ты остановился, черт ебаный? А почему? А повтор будет? А, просто повтор. Встал на месте. Вот, вот повтор. Не, он повернулся просто. Ну, у тебя ресивер. Кондоньер. Ой, бля. Ой, сейчас наёбка будет. Наёбка для... Не буду говорить для кого, но наёбка стопроцентная. Ну нет, ну нет, ну нет. Блять. Не-не-не. Я решил, что падать больше не буду. Всего 3 ярда. Вот это интересно. Возьми, да как ты просочился? Что за... Ну это все потому, что он мокрый, я понял. Ну да, да. Да, есть такое. Как змеюка, где же да я вот вышло против Кирилла играл, это пиздец. У него на Джи Харрис он просто проскальзывал везде. Везде просто проскальзывал. Оп. Замяли, замяли. Так, что-то... Вот это вроде прикольно. Вообще. Звучит как интересная хуйня. Сюда встану. Чувствую перехват в этой области. Ага, блять, это... Ой, это пиздос. Это пиздец. Это, блядь, ой, драма, ебать, анлаки. У кого... Ой, бля, Эндрю... Ух, о, ебать, нет, такие только штуки. Не Эндрю Том. Ёбаный рот. Все, мне пизда в этой игре. Ебать, тут и такие штуки есть, оказывается. Я даже не знал. Какие, травма? Случайно кнопку нажал. Нет, я L2 в защите нажал. L2. И там какая-то хуйня начала показываться. Выбей! Успел? 4. Сука, хинчи, блядь. Надо было не вниз, а вверх делать. Тогда бы он на месте упал. Ну, кстати, я ж могу играть. Да, ну инчи. Инчи, считай, как один. Блядь, это очкует. Надо казино блиц сделать, я считаю. Ух, не будет? Ой, о, ебатикини, ебатикини! Ну это, конечно, жестко было сейчас, мозгу. Забайтил, да? Мне тоже пиздец да. Понравилось. Ну все, пизда. Эндрю Томас. Пиздец. Ой, звучит как потеря-потеря. Так, пока у меня 2 броска, или 3 броска и 3 хуйни кинуто. Звучит как истина от... Ух, ебать это... Это мэн-ту-мэн, я не боюсь.
Ага, нихуя не мэн-ту-мэн. Блять. К этому ты точно будешь не готов. Эта хуйня не контрящаяся. Оп. Это да. Было. А, ну да, а, что это было? Хуёво, чё? Байтинговая хуйня. Ты ещё, знаешь, так появился, пиздец, аж кончить захотелось, а. Похуй, допускаю ошибку, но не была, не была. Ты заблочка, Антон, ну хули ты стоишь 7-8, блядь. Похуй, 51 ярд, хорошо. Все, мне надо 14 или меньше посетить, ты больше не забиваешь, ты в курсе? Да, 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 но я чувствую, так может произойти. Да забеги, ну сука, что ты остановился, ирод. Что-то надо, пиздец, интересное. Это звучит как сексуальная комбинация. Звучит как сексуальная. Без выноса не бывает паса, я считаю. Поэтому работаем по стратегии Володи. Оо, вот это, конечно, было нормально. Согласен. Наебаловка вышла. Затравочка про выноса, в итоге пас. Хуёво у меня защищается от паса. Это факт. Тоже не даешь защищаться от паса. Ага, блять, они в эту сторону все перебежали. И эти туда. Чё за хуйня происходит? Ну жирный, ну! Пиздец, он же стоит в клинче, как он меня трогает? Клинче. О, я не то нашел. Ну, все. Выглядит как идеальная возможность. Да сука, ну жирный, блять, у меня... А, у меня же нет этого лучшего лайнера, блять. А чё я тогда нервируюсь? Что-то надо такое красивое, красивое бахнуть. На 5 ярдиков. Надо, а может надо сразу в тачдаун? У-ху-ху. В тачдаун звучит как план. Причем пиздец. Выглядит как ебнутая хуйня. Главное вовремя выбросить. Та пизда. Это лоб был. Это пик 6. Нет, ну, не нет, ну нет, ну нет. Ой, нахуй я это сделал? Зачем я это сделал? Блять, вот там бы лоб точно прошел, пиздец. Как я кидаю охуевшие перехваты. Вот эта хуйня заходила хорошо. То вот сюда. То вот сюда. Давай, Александр. Или Александр. Так что стало? Бля, почему твои так охуенно блочат, блядь? Ну, у меня хреновая линия, на самом деле. Не, они типа выбегают, поставили блок, еще что-то сделали. Мои нихуя не делают. И это удручает. Ну, по ярдам у нас нормально, по пассингам. По тоталу у нас пиздец, конечно. Выглядит как хуйня, да. Whitehead, мой сейфти. Что-то вот это тоже прикольно. Это прикольно. Казино Блиц. Я же... Ой, хорош, блядь, жирный. Да что происходит? Что у тебя за танк, блядь? Это кто? Это Баркли. Но он... Знаю такого баскетболиста. Уебище ебаное. А, не, ну этот хорош. Этот хорош, конечно, Баркли.
Пиздит Ой, бля, это не то, что я хотел сделать. Звучит, как будто это внос в тачдаун, нахуй. Вообще не то. А мне кажется, я знаю, что это такое. Я чувствую. Блять! Да, 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 да! 3-4-2, не можешь играть. Да, не могу. Помолимся. Ветерок. О, а лети лепесток. Туда, куда надо, да? Лети лепесток. Ветер на север и восток. Сторону. И. Ой, блин. Ой, повезло. Повезло. Все, план. Без набора очков работает пиздец как. Ой, я вообще такую комбинацию никогда в жизни не видел. Даже интересно, как он себя будет вести при ней. Ух, ебать. Кстати, выглядит охуевше. Как будто так и надо. Уйди! Ну нахуй! Да конечно, я тыкаю, как ебанутый этот крестик. Так, выходит, что с этой залупой вообще ничего нельзя сделать. Все, просто чиль. Хорошо. Концепт. Ой, что-то пахнет кобелой. Выглядит тут это сочно. Ай, блядь, это хуйня, вот это конченая, блядь. Что, блядь? А почему? А что с точностью, блядь, ты видел? Я там видел. Типа охуенный чел открылся, и он просто влево кинул. Гандон. Да. Ну. Пиздец. Ну это уже игра говорит, что надо тут. Это рандом, блядь. Это вот рандом в игре. Это пиздец, там, ну, типа, никакого давления, ничего не было. Чё надо, бля, гандону? Да сука, ну перехвати! И он закатился еще, ну пизда. Блять, а я же вовремя тыкнул. Только чуть с таймингом объебался. Да пизда. Что они падают, блять? Сами по себе падают гандоны. Так, Dallas Playbook в защите полная хуйня. Потому что я вообще не понимаю, что у них есть. Эй, бля, чувствую, мне так напистюлят. А нет. А да. Пизда. Пиздец. Просто, вот почему, когда я вправо бегу, у тебя все там стоят, так, да? Ты бежишь, у меня там вообще никого нахуй. Ну, а ты всякие вот эти вот геймпланы на игру делаешь? Ты следующим? Слишком сложный вопрос. Ну, у тебя перед каждой игрой, там, ты когда практику проходишь, у тебя геймплан на игру, типа, да, блин, я... хуй... Ой, бля... Да-да-да, я делаю. Я их делаю. Сука. Это ебаный забус, я хуй знаю. Не, ну это игра. Слушай, тут главное не тильтовать, потому что не, меня разъебывали последние если... 5 недель. Просто и в хвост. Если игра заносит, точнее забирает, значит она когда-то и даст. Главное да, просто да. дождаться этого момента, когда она дает. Но пока что она мне только в рот нахуй дает. И ну вот отыграться всегда реально. Согласен. Был бы я сыном Валеры, я бы точно отыгрался. Сыном Валеры. А почему ты не бежишь? Блять, я думал, он колено встанет. А нахуя тебе колено на 10 ярдах? Да я ебу что ли? Такие вопросы задаешь. Давно я вот этой хуйни не играл, она часто проходит. Страшно. Звучит, как будто против этой формации она не пройдет. Но, кто Но пробовать на дурака всегда надо. Ну пизда. Сука, прям в нужную дырку уже побежал гандон.
Бля, боты все знают, это пиздец. Он же прям сразу побежал, и мой жирнич нихуя за ним не успел. У меня есть второй вариант. Это хуйни... Да пиздец. У меня такое ощущение, что вот из-за того, что у меня нет вот этого челика, и то, что там бомж ебаный стоит, у меня просто вся стенка по пизде пошла. Ну... Но тоже здесь рандомно вот играет этот Олайн, потому что, ну, у меня, да. меня секали, типа, 8 раз за игру. Но это пиздец, это очень много. Тут действительно как этот... Не знаю, мне кажется, как захотят, так и играют. Рандомит. Да, игра очень сильно рандомит. Блядь, это не то, чем я смогу выиграть, а вот это че? Это то, чем я смогу выиграть. Это на... Да пизда нахуй, почему у меня лоб не лоб, а тачпас не кидается? Ну сука! У меня что-то с таймингами в игре произошло, я все проебываю, все что есть, я все проебал. Там на крест вообще надо было, вообще на квадрат. Пизда, короче. Это очередной вынос. Ну я уже готов! Лежать, лежать, посидим. Посмотрим, посмотрим. Главное дальнюю хуйню не пустить, и можно жить с этой залупой. Желательно пик 6 получить. И кайфануть. Ну нахуй, сразу. Я всегда, когда так делаю, я всегда боюсь, что кто-то себе просто голову нахуй или шею свернет. Хорошо, что таких травм просто нет. Ну как нет, есть. Ну, в смысле, в реале. Бывали. Ну, в реале, да, понятное дело. В реале и хоккеисты без зубов ходят. Big bodies. Говорят, что у твоего квотербека огромные яйца. Блять! Хорошо. Ой, да. Блядь. Ладно, еще один онлайн. А, это у тебя второй? Ну, мне пизда. Мне пизда. Мой носатик забегает, походу. Походу, игра... Сава говорит, нахуй тебе кидать, чел. Вот нахуй ты кидаешь. Вот смотри, у тебя все для того, чтобы бежать, есть. Мокрая погода, мокрая маечка, мокрый нос. Ну, это типа, все, беги, да. Блядь. У меня... Это все? Минус 2 онлайнера старта. Ебать, это очко. Главное, чтобы ненадолго. Главное, чтобы чисто на игру. Ух, ебать! Там такая каша мала была, пиздец. Эта формация выглядит интересно. Я чувствую, что она будет... Нихуя не победная, блядь. Какие-то блицы постоянные, какая-то... Хуйня, блядь. Ну пизда! Блять! Обидно было. Это не блиц был, я просто проглядел. Это ман-ту-ман, да? Это. Ну это был блиц, да. А, туда. Все правильно. Блять, я опять он. Да сука! За что мне флаг? Я выбрал комбинацию, бля, которую играть. Оди был. Пизда, бля. Ну оди был, и у тебя двинулся. Насколько я знаю. Охуеть. Охуеть, игра просто сама говорит, да иди ты нахуй со своим Маденом сегодня. Ну чил, чил. Ну нормально, 7 ярдов пролетел. Ого, привет, о. Два зрителя. Ого, блять, всем привет. Не играйте как на сатике, мужики, на сатике это хуйня. Блять, надо было мув трак, а не юзер вот это руки делать. С траком бы я точно залетел. Бы ушиб нахуй, потому что у моего носатика вес имеется. Ух, ебать, это что? Ну беги, беги. И пошла ёбка.
Время располагает. Тут даже такие есть, нихуя. Интересно. Такая все хуйня, блядь, все, что я просмотрел. Хуй ты там. Ага. На что мы претендуем, блядь? Ну, на тачдаун, видимо. А-а-а! Мог поймать. Близко. Близко. Опять просто оранжевая точность с нихуя. Ну типа, в чем прикол? Вот этим ебешь. О, return middle. Это звучит как оно. Звучит как прямо сразу. Первый тачдаун и пошла ёбка. Давай, мужик. Прямо отсюда. Ух, ебать, блокаторы! Ух, ебать! А ты откуда взялся? Ой-ой-ой-ой-ой. Ковбой Андер. Почти как андеграунд. Ух, ебать, я еще и вовремя угадал с ней. Блять, если ты запоришь гандон, я в ахуе буду. Хорош, блять, мой мальчик. Хорошо, что я успел добежать. Я успел добежать. Как же я рад этой хуйне. Ой-ой-ой-ой, ты эту хуйню точно не прочитаешь. Главное самому на тайминге не проебаться, блять. Если я не проебусь на тайминге, я гений. Если я проебусь, то я гей. Да сука, проебался. Чуть позже надо было. Чуть позже надо было. Ну, на самом деле, да. Че он не ловит, а тебя я хуй знаю. Так, вот это звучит как план. А ты меня теперь, да, чисто блицами будешь душить, раз у тебя алайнеров нету? Ну, так алайнеры же это не дилайнеры. Ну, типа, у меня в нападении нету. А-а-а. Тогда хуёво положак. Я-то думал, что они на защитку тоже. Нахуй сойдут, как говорится. Ой, блядь, это вот я зря сделал. Ага, нахуй я это кидал, блядь. Ебать, я конченый. Летела дура. Лети лепесток. Вот если я заберу мяч, что будет? Ну, ничего там, где ты его подберешь, оттуда я и начну. То есть тебе имеет смысл подбирать его до зачетки. Ебать, это может охуенная тема быть, если уметь. Пахнет овертаймом, что-то мне кажется. Ну, невозможно. Ух, ебать! Да как он, сука, пробегает? На нахуй! Пиздец, что за гениальный... Ебать, это что такое? Пиздец. Гениальный мув был, я вообще не понимаю. Да куда ты? Ну как ты, блядь, ну возьми! Игра просто смеется надо мной, блядь. Просто всех мужиков за жопу потрогал и прибежал, блядь. Ну ты посмотри, он сначала на месте стоял, его никто не трогал, блядь. Да. Какая-то хуйня. Похуй. Интерсепт, я чувствую. Да, блять, было это близко. Ну, вырони мячик, будь лаской, блять, замер. Вот это празднование. Вот сейчас точно будет перехват. Главное вовремя понять, куда он полетит. Значит, фамбл. Да нет! Да... Ну, хорошо. Бля, может время для этой хуйни? Звучит как наебалово лютая.
Мосли, Мосли на месте, блядь. Просто львы, нахуй. Короче, я понял, эта форма нихуя не счастливая. Все попробовал форму. Почти все. Это вроде та форма, с которой я приебал тебя, когда кинул хуйню в воздух. А. Я думал, может счастье случится. Да я же знал, куда он побежит, но почему я развернулся, блядь. Все, только это. Только эта хуйня меня спасет. Блядь, это хуйня какая-то. Похуй. Это не то. Хорошо, блядь, блядь, хорошо. Я не на то нашел. Как он протиснулся? Я просто уже... Надо смотреть, надо... Покажите повтор. Ебать, откуда он вообще вылез? Сука, мой мальчик. Опять не имею шторм ветер. Да нет. Да-да, блядь. Ну пиздец, теперь вообще играть неинтересно, тебя просто нельзя забивать. Надо мне теперь пора. Правда уже времени нахуй нет. Ноль маршрутов, куда бежать? О, выглядит как секс. Well, we're still in the third quarter, so there's some time to kind of clean this up and make it look more respectable now. A win, that's probably gone out the window, Charles, but... I don't know, do you look at this as a time to just improve and make... Ну нахуй. Да шо ты разворачиваешься, дурак, блядь? О, ну 2-1, хорошо. Ой, блядь, да опять блиц, ну сколько можно? Пиздец, как душно. Ой-о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 й. Блядь, на сайте пиздец. Но он и в реальной жизни тоже разрывал. Гибёда. Видел нарезочки. Блядь, опять блиц, ну хватит. Да за шо, блядь? Это не блиц. Не блиц? Ух, ебать, а как мяч? Что, блядь? Мяч не у него должен был оказаться. Что-то свип. Да. А, ты должен был как-то... Я не знаю, какую-то как. Кнопку нажать. Да, ты должен был нажать на кнопку для того, чтобы... Или наоборот, я нажал как раз кнопку, когда нажал просто бесконечно крестик. Ой, хорошо. Бля, у меня какой-то ёбнутый перевес в сторону выноса. Надо менять. Хоть я и сосу, но все равно не прикольно. Ух, ебать, идеальный план. Так сколько пасов? А, 16, тогда похуй, выносим. Sits at 200 for his career, and maybe more importantly, a first down. Сейчас как вынесу нахуй сразу в тачдаун. Ну жирный, ну блядь, ну что, почему он его просто обнимает, блядь? Да пиздец, нахуй они вообще нужны, эти носатики, блядь. Ебать, опасно делаю. Кто не рискует, тот, как говорится, не выигрывает. Я в ахуе, блядь. Ой, блядь. Я же... Да хуй знает, даже говорить не... нечего, блядь. Блядь, ну вот еще один вынос и тачдаун. Ну смотри, просто у меня чел мимо прибежал твоего лейнбекера. Просто, блядь, мимо. Нихуя не сделал. Я даже уже на это внимание не обращаю. Если бы ты не искал, я бы даже не заметил.
really well and giving up no creases. 3-3 Young Games. Ой, ебать, я знаю, что это будет. Я знаю, что это будет. Что такая же была. Да. Бля, иногда наблюдательность, она помогает. А. Ну, хорошо. Бля, жижу вообще ёбнутую купила. Жижу. А, я чуть не умираю. Да я сайкс могу перейти на самом деле на этот, на жижу. Не накуривает совсем. Не, я чисто крепкий ебашил. Это перехват. Нет. Нет! Еще раз нет, блядь. Сука, ну он же идеально стоял, блядь. Но потом просто остановился. Чувствую, что это фамбл. Нет. О, Александр сделал текл, это хорошо. Блядь, опять эта же хуйня? А нет, это другое. Ну смысл тот же. Ну опять он. Просто мне не пробежал. Тут вот эта хуйня нужна, вот тут хуйня, вот эта вот 100% нахуй нужна. И вообще похуй, что ты выберешь, но это будет либо перехват, либо такал. Потешу и выбрал. Ну это плохо, это очень плохо то, что выглядит все это. Нет, нет. Ну, 3-2. Хорошо, 4-2. Пошла, ёбка, пошла, пошла. Ой, еще и рядом. А куда я бегу, блядь? Сука, что за громила у тебя в команде? Это пиздец, гигант. Ой, блядь. Что здесь такое, бля? Ну, выглядит как сильная тема. Да куда все побежали, блядь? Мне чел вместо того, чтобы держать, просто побежал, блядь. А, нихуя. Я понял, как это работает, блядь. Прикольная формация. Ух, нихуя, как она работает клёво. Ебать, это ебал комбинация на вынос. А, это да. Но у меня она не получается. Она ёбнутая. Эч, куда ж ты бежишь, дружок? Нормально, нормально. Пора попасовать. Блять, удался такой ёбищный плейбук, это пиздец. Хуй знает, еще хуже плейбука я, мне кажется, не видел вообще. О, сейчас свинку разыграю, ебать, это что за бомба, бля? Перехват? Ну как, блядь, ну что ты уёбок? Тебя в школе не учили ловить. Тебя не учили в школе ловить, блядь. Чел просто продает игру. Сука, ну охуенно же. А, блядь, чуть раньше бы дал, было бы реально охуенно. А так, ноль вопросов. Нет, прибежали просто все. Мимо Дилайна твоего. Я видел, я все видел, блядь. Это там одного белого обузят, пиздец. Потому что мой настоящий ёбщик сидит, смотрит. Наверное, даже со стадиона игру.
Блять, не угадал на кого. Ой, блять, если бы я вверх сделал, это был бы фамбл. Пиздец. Это все Валера, я... Он со мной когда играл, он всегда, короче, вниз падал. И я после этой игры всегда нахуй вниз этот стик жму. Надо бы вверх жрать. О, ну вот это вот то, что они говорят, нельзя играть, как я сейчас сделал это. Я просто играю гол-лайн формацию в середине поля. Ну, типа, это зашквар. Ты похуй. Кому не похуй, как говорится. Блять, это опять эта хуйня. Вот тут стою. Не угадал, блять, со стороной. Ну нахуй фамбл, нет? Пиздец, ты мне просто обосываешь всю игру, пиздец. А, уже даже и времени забить нету. Я маму маф этой игры и разработчиков. Ай, блядь. Что я не так... Блядь, я случайно вообще, блядь. Unlock. Ай, блядь, получили преимущество, чтобы отсосать хуй. На нахуй тебе в ноги, бля. Там так-то коленная чашечка сломалась. Ну, могла, да. Так жестко влетел. Чувствую, что вот эта хуйня здесь понадобится. Чтобы получить первый тачдаун, вот эта хуйня 100% нужна. Я даже чувствую, куда мяч полетит. Кто бы что ни говорил, а... Так, ну Соник нас покинул. Что случилось? Да, какая-то хуйня. Не знаю. Почему меня покинуло? Перебегают куда-то. Ой, бля, по-моему, я нарушил правила. Какое? Я, короче, сделал снэп до завершения моушена. Ты похуй. Никто не видел. Ну, если стрим никто не смотрит. Да пизда нахуй, я не знаю, что с моей защитой, но я просто хуй сосу. Бля. Блять. Ладно. Просто ноль радзон. Ноль, блять. Я даже поле потрогать не успел, спайк? Пиздец. Да ёбаный. А, простите, я не то выбрал. Бля, у меня что, даже шанса не будет последней атаки? Ёбаный свет. Не, ну почему я могу вот так вот сейчас сделать? Кинуть перехват, согласен. Кинуть перехват. Это может сработать. Quover 4. Редкостная хуета. Все, нет времени на атаку. Проебали. Почему? Всю хую. У тебя 20 секунд есть. Ох, ебать, ох, ебать, разгуляемся. Погнали. Вынос тачдаун на раз, два, три. Учитесь. Ага, ебать, научились, а.
Да и похую. Не пройдет, похуй, пройдет, заебись. Не пройдет, похуй, пройдет, заебись. Пройдет, заебись, не пройдет, похую. Бля, так уже до зачетки-то близко, близко. Вообще, да. Есть вся возможность занести тачдаун. Тайм-аут. Блядь, я же его не занесу, просто нахуй не занесу. Поэтому я выберу вот эту хуйню и занесу его окончательно. Ебать, ебать. Зайди! Ну, сука! Заби... Да! Это свак. Хорош, бля, беляшек. Лучший, нахуй. Ух, ебать, чё я придумал? Сейчас такую ебанину сделаю. Пам 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 consider big at the time, then later on we find out maybe that was a tiebreaker, yeah. Or of course in the fantasy football world these points mean, oh, now they're gonna fake it. А ты какую-то, да, формацию просто защитную выбрал, поэтому так было? Да. Это потому что я пизданул, да? Сука. Ну нет, блядь. Блядь, твои я надеюсь, за это колесо не дадут. Ну мы просто пофанились. Надеюсь, за это колесо не дадут. Я не фанился, я потел пиздец. Ну, мне, по идее, нужно было на колено просто встать уже и... Да и похуй, колесо, не первое колесо. Поэтому GG, спасибо за игру, я пошел нахуй. Тебе спасибо за игру большое. Было весело. Пошел разбивать свою голову об стенку, потому что я это делал всю игру, блядь. Не, нормально. Мне просто повезло сегодня. Мне сегодня просто не повезло, поэтому закрыть игру, выключить плойку, все, спасибо большое, приятного вечера. Да, всем верным зрителям спасибо.